Новый уникальный учебный центр по подготовке спецназа сегодня начал работу в Рязани. На открытие приехал глава Росгвардии Виктор Золотов. Он осмотрел тренировочную базу, где бойцы смогут отрабатывать практически любые сценарии спецоперации. Сотрудники представили новинки, которые уже используют неведомственная охрана. Например, умные часы и нагрудные видеорегистраторы с функцией распознавания лиц. Виктор Золотов, в свою очередь, вручил ведомственные награды отличившимся бойцам и передал различным подразделениям Росгвардии Рязани 40 служебных машин. Введение в эксплуатацию нового учебного тренировочного центра, на территории которого мы сейчас с вами находимся, является очередным шагом в работе по поэтапному наращиванию возможностей для полноценного обучения специалистов спецподразделений вне ведомственной охраны. Здесь есть все необходимое для совершенствования индивидуальных и командных навыков. Используются самые современные технологии и подходы для повышения квалификации личного состава, созданы необходимые условия для быта и отдыха.